Моим? Хорошо, если я не уеду! Ты люби меня, как любил всегда. Я хочу домой, пусть разбудит. Мы находимся в Себеже, у нас раннее утро, и сейчас я вам покажу речку, на которой очень часто ловят рыбку. Да, не только рыбаки, но еще и аисты. Пойдем? Руна, иди сюда, иди, на, на. Мамочка, Руна тебя ждала. Хорошо жить в деревне с дочкой? Замечательно. Добрый день. Доброе утро, страна. Сидишь, иди сюда. В траву идти не хочет. Спасибо. Наглость. Иди сюда. Иди сюда. Ну иди. Смотрите, какая красота. Банька. Вода свежая, да? Нет. Можно пойти купаться завтра. Да, в Питере нет, где можно купаться. Нет, наверное, зря. Ты сказал, заповедник у нас. Что я люблю? Что, идти? Лучше или не надо? Купаться можно. Да, нет, значит, здесь тоже можно купаться. Нет, температура позволяет купаться, температура воды. Угу. Ну, не обязательно сзади. Ну что, у нас клиф, у нас с тобой клиф здесь. Скажи мне, для чего полезно железо и куда его нужно девать? Угу. То есть это ресайклинг, да? Да. Вот, оно ржавеет и потихонечку разлагается. А яблони очень любят железо, поэтому местные жители... рекомендуют зарывать все металлические предметы под яблоню, и они будут там разлагаться. Да, Рун, ты слышала такую информацию? Тут жил какой-то пчеловод, 104 года ему было, когда он умер. Вот еще дверь старинная, смотрите, с подковкой. Вот. Это вход в дом. Деревянный. Вот тут кухонька видно, чистенько все. Я люблю, я люблю. Так, ладно, уходим отсюда. Очень уютненько, лиственница. Приличная такая, да, или как? Да. Она очень любит деревню и любит гулять к речке по утрам. Вот, лежит, загорает. Солнышко, солнечные ванны принимает. Руна, услышала, чего еда. Ты, еда? Что, ты хочешь есть? Что за творог мы сегодня едим? Какой творог? Фирма Прасковья Молочко. Мы вам рекомендуем псковскую продукцию. Сегодняшний завтрак из сыроварни. Есть у нас тут в Себеже местная сыроварня, в которой готовят прекрасный трехмесячный маздам, а также козий это сыр. Это совместно итальянцы к ним приезжали. Да, вот. Обучались у итальянцев. Конечно же, классический Паулинг премиум. Пчела, я пчеловод, а мы любим мед, нам с тобою повезет, с тобою повезет. В них живут пчелы, дорогие друзья. Да, какие здесь огурцы, мам, могут быть? Непонятно. Это сырники у нас.
Мам, ну участок у нас, конечно, наглость. Это такой огромный участок. Сколько у нас гектаров? Много. Очень много. Ручка, ручка. Надо, ручка. Нам нужно сюда этих узбеков. Ой, меня кто-то схватил. Ой. Бобры тут живут? Да, плотины строят. Ой, они что, съели вишню? Да. Чувства играют. Ты что, зажиточная женщина? Нет, при чем здесь это? Мам, ты что орешь такая злая? Так злая. Красиво, так красиво. Совсем. Это тебе красиво так, дикая природа. Бери телефон, здесь под почками. Понятно, лебеди везде подплывают. Пойдем, я кое-что тебе покажу. А ты смотри, там нас видно? Да. Видно? Тебя, ты пальцем показываешь. Сейчас меня видно, а потом тебя обожжу. Хорошо видишь? Хорошо. Ой, доча, солнце еще. Ну вот здесь вот не солнце, я буду по этому промежутку уезжать и приезжать несколько раз. Смотри, чтобы было видно. Ой, доча. Опять эти, блядь. Ну не матерись. У нас идет запись. А, понятно. А подними телефон, ты куда пол снимаешь? Ну сними соседи. У нас тут движ, деревня Угоренко. Да, хорошо. Мама, не иди задом. Упадешь, мама, ты упадешь. Нет, все. Я все равно иду за тобой. Я за тобой. Так, идешь. Угу. Ой, пальцем закрываешь. Стой. Пальцем закрываешь, вот так. Да нет. Не закрывайте пальцем камеру, дорогие друзья, иначе вы потеряете самое главное, и нет, не свой палец, а меня из виду. Все, мам, стой, все, не надо, не пяться это назад. Мы же все поняли, что меня снимает мама, мой оператор, лучший в мире. О, да, мой оператор прячется. На, возьми велосипед. Не-не, это я хотела, чтобы ты красиво шла, уходила с ним. Мамочка уходит с велосипедом вдаль. Угу. Вот так. Паркурщик. Давай. Парковщик. Маму. Да. Маму, ты парковщик. Спасибо. Спасибо вам. Я очень рада. Вы заслужили $1. Хорошо. Или два. Это годится. Вот, видишь, поеду. О, смотри, какой цвет красивый, натуральный. Где? Во, смотри. Угу. Вот что значит, когда солнце зашло, да, видишь? Угу. И так же в 6 утра. Угу. Красота. Как раз, смотрите, мне мама. Покажем. Просто сирень сейчас я. Сейчас крупная дочь, смотри, какая. Какие ух. Ой, если бы можно было тут через камеру передать аромат, то это вообще было бы круто. Угу. Вот опять 25. У нас каждый день одинаково. Руна там упирается и сидит там. Видимо, боится, что мы ее тоже купаться отправим. Руна, ко мне! Ух, какая упертая! Вот у меня ноги сегодня сгорели. Я много на велике каталась. В магазин сегодня ездила. Вот это... Ну, ладно, придет. Ну что, видно меня? Мама, у нас будет называться видео. Мама, видно меня? Ну... Люблю тебя, люблю тебя, люблю. Все, все. Да поплавай немножко, вон водичка чистейшая. Мама, ну раз ты сказала, поплавай. Раз ты сказала. О.
Съемка идет. А, ты в этих, да, молодец. Поэтому ты смела. Да, тапки меня спас. Ну все, кстати, хорошо. А как по девичьи? Вот так? Ой, а там что, плавают или что? Ну все, давай. А я рукой не закрыла? Ой, вот не знаю. Сейчас будем смотреть. Я не понимаю. Я держу вот так над камерой. Отлично.